себя черным человеком. Вот, как бы русская, но черная. Russia is a cool country. People are cool and not cool. Я считаю, что в России проблем с расизмом нет. No longer travel with the metro because they will be looking at you like there's something wrong with you. I've been here for 7 years and I only experienced once a racism act. Pirlo, pirlo, lo que te traigo yo de Colombia, de Argentina, de París a Nueva York, todo el mundo lo que quiere one love, one love, one love, one love. Como dice Bob Marley, one love, one love. Como Lennon y McCartney, all you need is love, 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 love. С двумя быть чернокожим в России, родившись в России, живя всю жизнь в Москве, я не скажу, что я ощущаю какую-то особенность по отношению к остальным жителям города, что у меня другой цвет кожи. Я путешествую за границу, конечно, когда люди берут на паспортном контроле или просто спрашивают, откуда ты, я говорю, я from Russia, очень начинают удивляться, и мне приходится там, долго рассказывать, да. Вот я из России, да, вот в России тоже такие люди живут. Вот когда 2 года назад родился ребенок, понятно, что я стал очень много времени проводить здесь, каждый день гуляя с ним в парке. Понятно, если человек меня увидел там в первый раз, наверное, для него немножко диковинка. Часто мне приходится слышать комплимент: ой, как вы хорошо говорите по-русски. На что я говорю, отвечаю: и вы неплохо говорите. Sometimes there's some minor incident. I was in the metro with a friend and a woman started disturbing us. And she told us we should go back to our countries, calling monkeys and so on. So something changed, I don't know. So last year, from that day, my thoughts and my ideas about Russians changed because these people supported me. When people talk about Russia, they always say they're very racist, but that's not my opinion. I think we can find racist people anywhere. My neck and neck off. Girl, you think you got it bad. Конечно, я не могу сказать, что никогда не было никакой со стороны там расизма, да, и был период, когда вообще было развито, но он был недолгий, особенно в Ростове это, он был недолгий, вот, просто ты всегда должен понимать, куда тебе пойти, куда тебе не пойти. Ты не русская, я всегда говорю, да, я русская больше, наверное, чем вы, потому что, во-первых, я и выступала за сборную, и я делала много для России, поэтому я себя чувствую, я ощущаю русским человеком, но с черной кожей.